Имя Господне благословено отныне и до века. Благословлю Господа во всякое время. Выну хвала Его всех моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною. И вознесите меня вкупе. Взыска Господа и услыша мя. И от всех скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся. И лица ваши не постыдятся. Сильнейшего зла и Господь услышай, и от всех скорбей Его спаси. Оплачется ангел Господень о пред боящихся Его, и избавит их. Пустите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа, тисети Его. Я конец лишения боящимся Его, богатят нищавшие залкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя и живут, любит не видите благи. Удержи язык твой от зла, и у светлой жизни глаголости. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведные, и уши Его молитвы. Лица же Господни на творящие злая. Еже потребите от земли памяти, от ваше праведней Господь услышай, и от всех скорбей ты избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Ноги скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости, ни единая от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведную примешат. Избавит Господь души раб своих, и не примешат все уповающие на Него. Поем глаз Господень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, во веки веков. Аминь. Ко гласу вопиющего в пустыне, уготовите путь Господень, пришел и си Господи, зрак раби прием, крещение прося, не ведай греха, видишь тебя воды и убоявшися трепетен бысть, предтеча и возопи глаголя,
как просветит светильник света, как руку положит раб на владыку, освети меня и воды, спаси в земле мира грех. Премудрость, хорошее списание чтения. Пророчество Исаии на чтение. Так оглаголит Господь. Так оглаголит Господь. Возвеселитесь, пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня, просветет, яко Крин, и да поразяпнет, и вся возвеселятся, и возрадуется пустынь Иорданова, и слава Ливанова дана бысть есть, и честь Кармилова, и люди мои узрят славу Господню и высоту Божию. Укрепитесь, руки ослабленные, и колено расслабленное, утешившееся, и рците малодушное, малодушной мыслью укрепитесь, и не бойтесь, всех Бог наш суд воздаст. Той приедет и спасет нас, тогда отверзутся очиса слепых, и ушиса глухих услышат, тогда скочит хромый, яко елень, и ясен будет язык гугнивых, яко поразится в пустыне вода и дебель земли жаждущей, и будет безводное благо в блатом. В жаждущей земли источник воды будет, там будет веселье птиц, во дворение сиренов и трости и блата, там будет путь чистый, путь свят наречется, и не мимо идет, там и нечист, ниже будет, там и путь нечистый, рассеяние же пойдут по нему и не заблудят, и не будет там и льва, ниже от зверей лютых взыдет нань, ниже обрящется там, но пойдут по нему избавленные и собранные от Господа, и обратятся, и приидут в Сион с весельем и радостью, и веселье вечное над главой их, хвала и радование, и веселье постигнет их, отбежи болезнь, печаль и воздыхание. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Так оглаголит Господь, жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте, ешьте, идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего нам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и приидите ко мне, послушайте, и живо будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставникам народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, воспешат тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святаго Израилева, ибо он прославил тебя». Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и Бог нашему, и Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Такое слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. И так вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мир. И это будет во славу Господа, во знамение вечное, несокрушимое. Премудрость. Так оглаголит Господь, и скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, не отвратил гнев твой и утешил меня,
Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь, сила моя и пение мое Господь. И Он был мне во спасением, и в радости будет черпать воду из источников спасения, и скажет им: в тот день славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Премудрость. Рахимин, глаз третий. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся? Господь, защитите живота моего, от кого устрашуся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, что там-то стоишь? Встань сюда. Помогайся, помогай, помогай. Нет, ну, какое-то искушение одно. Но... Господь защититель, Господь просвещение мое и спаситель мой. Кого боюся? Премудрость. Коринфянам святого апостола Павла чтение. Ну, это громче, ну чего, как будто бы... Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Вон мне. Братья, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши были, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисеем в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Верьте чтущему. И Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Аллилуйя, аллилуйя. Так Евангелие, мир всем. И Духове Твоему. От Марка святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон нем и было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского, крестился, и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разводящиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилимся мы миром благостояния святых Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во святым храме всем и с верой и благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во православии, епископ Всероссийской Церкви, Господин нашим высокопреосвященнейшим, Патриарх Ларионе, честным пресвитер всего Христе, диакон, всем всем притче людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве, в России, несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословение воздухов и изобилие плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй.
Еже святитеся водам сим, силой и действием, и наитием Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже нисходите на воды сия, очистительным присущное Троице действу Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже дароватися им благодати, избавление, благословение Иорданову силой и действием, и наитием Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сокрушитесь сатане под ногами нашими вскоре и разоритесь всякому совету лукавому, движему на нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якогда Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойно соделает обещанных благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже просветитесь нам просвещением разума и благочестия, наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже ниспослати Господу Богу благословение Иорданово, освятите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Быть в Одессе и освящение дару грехов, избавление во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть в Одессе и скачущей в жизнь вечную Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже явитесь сей отгнанию всякого навета, видимых и невидимых враг Господу помолимся. Господи, помилуй. Во черпящих и имлющих во освящение домов Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть сей во очищение души и душ и телес, и всем верою черплющим же и причащающимся от нее Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сподобитесь нам, исполнитесь освящение вот сих причащением, невидимым явлением Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже услышите Господу Богу глас моления нас грешных и помиловайте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божие, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Господи Иисусе Христе, единородный Сын и Сын в недре Отче, истинный Божий источниче жизни и бессмертия, свете от света, пришей ты в мир еже, просветите его, озари нашу мысль святым твоим духом, и прими нас, величество и благодарение тебе приносящих, о яже от века дивных твоих великодействиях, и еже в последних и веки спасительным твоим смотрением, в нем же, в наше немощное и нищее одеемся смешение и работным мерам нищеды, еже всех царю, еще и рабской рукою в Иордане креститесь, претерпел иси, доводное естество осветив, безгрешне, пути сотворивши нам, еже водой и духом паки рождения, и к первому нас устроению, освобождению, его же божественного таинства, воспоминание празднующие, молим себе, владыка человека любче, воскропи и на нас, недостойных рабов Твоих, по божественному Твоему обещанию, воду чистую Твоего благоутробия дар, воеже над водой сею, прошение нас грешных в благоприятном бытии, Твоей благостью и благоволению Твоему, ей нам, нам же и всем верным людям Твоим дароватися, славу святаго и поклоняемого Твоего имени, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Утворящим Твоим Духом, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Аминь.
Велись, Господа, и чудно дела Твои, и единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудно дела Твои, и единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудно дела Твои, и единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты бы хотением от несущих твоей же быть и приведи всяческое твоей державную содержишь и тварь, державою содержишь и тварь, и твоим промыслом строишь и мир. Ты в четырех стихий тварь сочинивая, четырьми временных круг лета венчалась и. Тебе трепещут умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны. Тебе работают источницы, ты простил, если небо, яко кожу, ты утвердил, если землю на водах, ты оградил, если море песком, ты к отдыханию воздух пролиял, если ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, многочитые хервы, мышцы, крылатые серафимы, охры стоящие, облетающие, страхом неприступные, славы твоя покрываются. Ты, бо Бог, сын неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришил, если на землю зрак раба приим, подобие человечествам быв, небо терпилось и владыка, милосердия ради милости твоя, зреть от дьявола, мучима рода человека, но пришел еси и спас еси нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния, естества нашего рода освободил еси, девственно осветил еси утробу Рождеством твоим, вся тварь воспевает явшегося, ты, во Бог наш, на земле явился еси, и с человеки пожил еси. Ты иорданские струи осветилась и с небесей не спасла бы святаго твоего духа, и главы там огнезящие сокрушился змеев, то бы человеколюбче царю прииди и ныне наичем святаго твоего духа освети воду сию, то бы человеколюбче царю прииди и ныне наичем святаго твоего духа освети воду сию, то бы человеколюбче царю прииди и ныне наичем святаго твоего духа освети воду сию. И дашь ей благодать, избавление, благословение Орданова сотарея, ее нетление, источник, освящение, дар, грехов, разрешение, недугов, исцеление, демонов, всегубительство, сопротивным силам неприступную, ангельские крепости, исполненную до все, почерпающие, причащающиеся, имеют ее к ощущению души телес, по исцелению страстей, к освящению домов, и ко всякой пользе изрядну ты, боиси Бог наш, и же водою духа обновив, и обвешавший грехом естество наше, ты иси Бог наш, водою потопив и приной грех, ты иси Бог наш, и же морем освободив от работы фараоны Моисеем род еврейский, ты бы иси Бог наш, разразив и камень в пустыне, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и жаждущие люди твои насытил вы, ты иси Бог наш, и же водою и огнем применив Илью и Израиль от прелести Ваалова, сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Дашь же всем причкасающимся ей, причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение, благословение. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши нас, и же в Ордане креститесь, изволивы и осветивы воды. Благослови всех нас, и же преклонением Своевы, на знаменующее работное воображение, соподоби нас, исполнитесь освящение Твое, причащение воды сия, и да будет нам, Господи, во здравии души и тела, мир всем. Благослови ваше, Господи, и преклоните. Поклони, Господи, ухо Твое, услыши нас, и же в Ордане креститесь, изволивая светивые воды, и благослови всех нас, и же преклонением Свое вы, на знаменующее работное воображение, исподоби нас, исполнитесь освящение Твоего причащением воды сия, и да будет нам, Господи, во здравии души и тела, Ты бы все освящение наше, Тебе славу, и благодарение и поклонение высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым благим и творящим Твоим Духом ныне приисно, и во веки веков. Аминь. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троечистое явися поклонение ради
свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух видит голубине, и взвесовавши слове все утверждение, явлейся Христе Боже, и не просвещен слава Тебе. Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, ради Тебе было свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух видит голубине, известствовавши слове все утверждение, явлися Христе Боже, и не просвещай слава Тебе. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, ради Тебе Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух видит голубине, и известствовавши слове все утверждение, стереце, видев тебя, Иоанн, к себе грядущий глаголоше, Христе Боже, что к рабу пришел иси, верны неимый, Господи, во имя же сие, тя крещу Отца, но того носишь в себе Сына, но сам еси воплотивыся, Духа Святаго, и сего вести, даяти верному ты, явлейся, Боже, помилуй нас. Явлиться Христе Боже, и
Святей, слава Тебе! Премудрость Пресвятая Богородица, спасибо! Славнейшая без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшее, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени, пресной во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Иже в Иордане крести, от Иоанна креститесь, изволивый Христос, истинный Бог наш, молитвами и причистительства Матери, святых славных и сихвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы